Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Запад хочет предоставить Армении гарантии безопасности по аналогии с Украиной. На фоне успехов российской армии на украинском фронте западные страны начинают все активнее вести себя на Кавказе в расчете установить военный контроль над указанным регионом. Данный контроль необходим им прежде всего для того, чтобы воспрепятствовать торговым связям стран БРИКС путем блокирования транспортных коридоров. Второй причиной активности западных стран является их желание ослабить Россию и Иран путем создания им прямых военных угроз со стороны Турции, которая за счет Зангезурского транспортного коридора и восстановления отношений с Арменией получит выход в Каспийское море. В перспективе это будет способствовать укреплению отношений Турции с Казахстаном и Туркменией. Одним словом, западные лидеры видят широкое поле для деятельности вблизи российских и иранских границ. Однако сейчас движение на этом направлении сковывает присутствие на территории Армении российских военных. Пашинян пока не рискует заявлять о необходимости вывода российских войск с территории Армении, поскольку западные страны опасаются волнений в Ереване. Это опасная перспектива, которая может привести к отставке Пашиняна и приходу к власти пророссийского правительства. В этом случае вся кропотливая работа западных спецслужб в Закавказье пойдет коту под хвост. По этой причине население Армении готовит к разрыву отношений с Россией постепенно, обещая ему радужные экономические перспективы в ЕС и мощную военную поддержку в НАТО. В развитии указанных шагов западные страны готовятся предоставить Армении гарантии безопасности, аналогичные тем, которые они дали ранее Украине. Армянские СМИ сообщили, что Пашинян готовится к расширенной встрече с госсекретарем США Блинкеном, генсеком НАТО Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой могут быть озвучены новые шаги западных стран по укреплению безопасности Армении.